Всем привет, с вами я, Алина, и сегодня мы вновь будем с вами пробовать различные способы покраски волос. У меня уже есть два видео про покраску волос, ссылочки снизу оставлю в описании, обязательно посмотрите, если вы их еще не видели. А сегодня ко мне пришли две вот такие вот штучки, это еще одна краска. Давайте же проверим ее. Не буду спойлерить, получились ли у меня прошлые способы, если не видели, так что для начала посмотрите их. Ну что ж, цвет зеленый и розовый я выбрала. Почему-то мне сейчас захотелось попробовать странный такой цвет зеленый. Зеленые волосы — это очень странно, как по мне. И когда мы открываем, мы видим вот так вот некачественно сделанную эту, что она отрывается, но ничего. Главное — содержимое, а не упаковка. Так. Все, теперь я починила, теперь качественно. Вот, внутри мы видим тут такую вот ватку. Ну, не ватку, а вот такой вот, ну, как для макияжа диск. И вот саму эту нашу краску. Если по ней поводить, то она вот остается на пальце. Вот. Ну, как я понимаю, по картинкам делать это нужно вот так вот. Берем и просто проводим. Вау, ничего себе, какой интересный результат. Это, по-моему, гораздо лучше всех способов, что я пробовала. Красит очень хорошо. Ну ладно, я покрашу всю прядь, а вы это увидите лишь в быстром режиме. И покажу вам уже только результат. Ну, в общем, все, я покрасилась. Конечно, покрасилась очень хорошо, но у меня есть небольшие претензии. Во-первых, вот у меня все зеленые руки, пока я красила, стали. И вот даже лоб покрасился. Я теперь похожа на марсианина. Второе. Я даже не знаю, почему так, но всегда, когда красишь, вот эта вот штучка, ватка, отваливается, и она мешает красить волосы. Конечно, ее можно просто взять и оторвать полностью, потому что я не вижу смысла в ней, так как даже если ее оторвать, она хорошо, точно так же будет красить эта вот сторона. Либо хорошенько приклеить ее силиконовым пистолетом. Еще один минус, возможно, это лично в моей, когда красишь, вот эта вот штучка вечно разъединяется и все падает. Например, в розовенькой такого нету, я проверила. А это вот почему-то очень отваливается. Но главное не это, главный результат. Вот так вот круто получилось. Сейчас пойду отмою ручки и увидим. Руки отмылись достаточно просто. И цвет получился очень яркий и насыщенный. На видео он, конечно, не так выглядит. В жизни он выглядит гораздо ярче. Так что краски мне эти понравились. Но чего же не хватает? Но так-то лучше, другое дело. Если вы следите за трендами, то вы, возможно, меня поймете, кого я себе сейчас напоминаю. Dame tu cosita, dame tu cosita.